Добрый день, уважаемые телезрители, в прямом эфире на телеканале «Юрган. Случай из практики». В студии Северин Арпа. Пожалуй, один из самых популярных напитков в мире – это чай. Он бывает черным, красным, белым. Чай обладает массой полезных свойств. Сегодня мы поговорим об одном из интересных видов этого чая и о тонкостях его употребления. В нашей студии Елена Кудинова, руководитель клуба здоровья и, я так понимаю, специалист в чайной... в искусстве чаепития. Все правильно. Итак, о чем мы будем говорить, о каком сорте чая, виде, или нам будем сегодня говорить? Да, у нас мы уже разговаривали о видах чая и чем они отличаются друг от друга. Если так быстренько повторим. По европейской классификации различают 5 видов чая. Это белый, зеленый, желтый, красный и черный, который... У нас так называемый байховый чай, да, привычный для нас черный. В китайской классификации немножко по-другому различается. Те же самые белый, желтый, зеленый, улуны, бирюзовые чаи. Единственное, что красными там называют как раз привычные для нас черные чаи, а черными называют постферментированные чаи, пуэры. Вот как раз об этих постферментированных чаях мы сегодня и расскажем. А как вообще пуэр вот выращивается? Это же ведь тоже самое чайное дерево. Да, все правильно. Как и все чаи, это камелия китайская. Единственное, что в пуэрах для сырья используются не молоденькие нежные почки, листочки, а именно зрелый лист. И не только с чайных кустов, а еще и с чайных деревьев. Чайные деревья – это, скажем так, более старшего возраста кусты, немножко другого подвида в другой местности растут. И считается, что как раз вот с чайных деревьев пуэр получается самый лучший. Я читал, что пуэр, вот, он как некоторые алкогольные напитки, чем дольше он вот, держится, не используется, тем как бы лучше потом. Это правда? Да. Выдержанный пуэр такой. Все совершенно правильно. Это как раз история появления пуэров. Вот сейчас можно, кстати, от нее кратко и рассказать. Пуэры появились довольно интересным образом, потому что их свойство, то есть постферментирование, оно серьезно отличается от обычной приготовки чая. То есть если чай обычно это идет процедура сборки, сушки, сжатия, ферментирования и обжаривания, то постферментированные чаи, как вот судя из названия, они еще проходят дополнительную стадию. Дополнительные даже не ферментация, а это можно сравнить как вот с брожением йогурта. Чаи проходят, складируются именно как раз для того, оставляются, чтобы они, вот, находясь в таком плотном, сжатом состоянии, проходили процесс брожения. В любом чае есть определенные бактерии, активные вещества, которые этот процесс вызывают. Как это было обнаружено? То есть история очень интересная. Раньше, если вы знаете, чаи возились из Китая и в Россию. Это великий путь был, который длился очень долгие дни. Практически в год, то есть 11-12 месяцев бывал, в зависимости, как шел караван. За это время вот как раз чаи, которые складировали, прессовали для перевозки, они проходили вот этот этап брожения в пути. И когда они уже приходили, чай, если он не был достаточно хорошо высушен, менялись его свойства. И вот как раз эти измененные свойства заметили, отметили, более того, они понравились, и стали готовить чай специально, вот таким образом, постферментирование, то есть чаи, проходя все процессы обработки, их начинали прессовать или в блины, или в кирпичи, и оставляли на хранение в помещении определенной влажности и температуры. И чаи меняли свои свойства, меняли свой вкус, меняли свой аромат и вид. И именно вот эти постферментированные чаи, в основном черные называют пуэрами. Я читал, что вот его пуэр, по-моему, на 30-100 дней водой, по-моему, заливают перед тем, как потом высушить его и спрессовать. Да, еще говорят, что его в землю закапывают, поэтому у него такой землянистый вкус. На самом деле нет, это все не так. Это все легенды о пуэре, о нем много сказок рассказываются, как его изготавливают. На самом деле вот процесс, в принципе, был такой. То есть процесс брожения. Единственное, что ранее существовал только один вид пуэров, шен-пуэр, зеленый. То есть это те самые зеленые листья, которые проходили все этапы до ферментации, складировались и доходили сами. Чем дольше такой кирпичик или блин лежал,
год, два, пять, 15, тем лучше менялся его вкус. То есть очень сильно отличался молодой шен-пуэр, практически неотличим от зеленого чая, практически все то же самое. И выдержанный шен-пуэр, который пролежал 5, 10, 15 лет, то есть чем дольше, как хорошее вино, вы правильно сказали, да, тем его свойства улучшались, разница колоссальная. Вот именно выдержанный шен-пуэр вызвал большой интерес в мире. Его пьют во всем уже мире практически. По-моему, последние 10 лет, да, вот такая мода на него идет? Или... Мода на него, скажем так, шен-пуэры стали настолько популярны, выдержанные, что спрос как бы стал гораздо сильнее обгонять предложение. Китай начал работать в этом направлении, маркетологи, лаборатории и так далее. И они в 1972 году придумали вариант ускоренного состаривания ферментации чая. Так возник шупуэр. То есть различать шен-пуэр – это зеленый, который доходит сам, шупуэр – это ускоренная ферментация. Но свойства при этом остаются же те же самые, да? Свойства примерно те же самые, то есть отличия есть определенные. Все равно будет отличаться шупуэр от шена, даже самый выдержанный шен-пуэр по-своему немножко другой. Шупуэры стали очень популярны. Они стоят сейчас десятки тысяч рублей, даже долларов. Да, ну, во-первых, надо смотреть, какой это вид чая, каким образом, какой маркой, каким рецептом он готовится, потому что у каждой чайной фабрики свои рецепты, и не один. Вот как раз тот процесс брожения, о котором мы говорили, каким образом они его там складируют в кучке, как силос, да, накрывая там определенным порядком, какими бактериями или чем-то там они пользуются, чтобы вызвать определенные свойства этого чая. Каждая фабрика держит в секрете, у каждой свои нюансы, свои рецепты. Поэтому любители чая знают, что если им понравился чай какой-то фабрики, причем еще какого-то года, он может отличаться от чая другого года. Это точно так же, как вино. Это надо быть очень тонким ценителем. Есть у нас телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Хотела спросить, какой чай лучше пить при холестерине и при густоте крови? У вас густая кровь, в смысле, вы имеете в виду? Ну, при холестерине, кстати, очень хороший вопрос. По пуэру, почему он приобрел такой интерес во всем мире, были проведены испытания, эксперименты лабораторно, и учеными Америки и Китая, как бы независимо друг от друга, они проводили испытания. Пуэр оказывает очень положительное действие на снижение холестерина. Причем как раз форм низкой плотности, те, которые называют плохим холестерином, тот, который вызывает атеросклероз, то есть проблемы сосудистой системы человека. И пуэр не дает вот, как бы возникать этому холестерину, окисляться ему. То есть в этом плане он часто заменяет, вот были проведены исследования, сравнивали группу людей, которые потребляли пуэр 2-3 чашечки в день, и группу людей, которые пили лекарства от холестерина, сейчас не скажу точно название, группы статин. Показатели были практически идентичны. То есть пуэр заменяет лекарства от атеросклероза, холестерина. Но опять все это нужно очень индивидуально смотреть. При серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой нужно быть очень внимательным, очень аккуратным. А вот если немножко в сторону от пуэра, эти другие виды чая, они могут тоже помочь в такой вот ситуации, как телезрительность? Зеленый, может быть, чай или... Давайте, да. То есть все виды чая обладают какими-то своими нюансами. Но самое главное, любой чай – это тонизирующий напиток. Это кардиостимулятор, раз. Он повышает давление. И, то есть, здесь нужно быть очень внимательным. Пуэр в этом плане действует мягче, чем тот же самый привычный нам черный чай, да, красный по китайской классификации. Он считается более мягким, его стихия теплая, в то время как вот красный чай или наш привычный черный байховый, у него стихия как раз горячая. То есть он действует сразу, резко, сильно, по большой амплитуде, скажем так, задает сразу движение. Пуэр все это делает мягче. Так что советую. С зеленым чаем там свои нюансы. Он как раз помогает выравниванию давления, но там нужно очень внимательно наблюдать за собой, потому что сначала он повышает, потом понижает. То есть опять нужно смотреть на влияние чая на себя лично, индивидуально. Я вот читал, российские ученые, по-моему, провели исследование, сколько чашек чая в день вообще можно выпить. Они посчитали, что в пределах литра одного, вот, по объему, да, то есть где-то 4 чашки в день.
Это на самом деле верно или нет? Нет. Давайте так вот скажем. Еще раз напомню, чай – это тонизирующий напиток. Нигде, наверное, в мире не пьют столько чая в течение дня, как в России. У нас как бы уже культурно так сложилось, да. Наша знаменитая фраза «заходи на чай», да. А уходит с утра потом. Чай – это самый популярный напиток, но, как и любой тонизирующий, имейте в виду, то есть вы к нему привыкаете. Он начинает не так действовать, то есть снижается его действие. Попробуйте неделю не пить чая, попить воды, не пить тонизирующих напитков, и затем выпить привычную чашку чая. Вы резко почувствуете большую разницу. То есть организм очистится, отвыкнет вот от этого постоянно тонизирующего воздействия, и эффект чая улучшится. То есть все-таки даже в том же Китае такие объемы чая не потребляются. И вот тоже рекомендация, что пить чай в первой половине дня. Это тоже, наверное, не совсем. Смотря какой чай, смотря как вы планируете провести день, смотря как вы себя чувствуете с утра, то есть это все очень индивидуально. Тот же пуэр я не советую пить вечером, он однозначно вызовет бессонницу. То есть его действие серьезное, ну как бы мягкое, но очень продолжительное. То есть кто идет в ночную смену, чашечку пуэра можно. Берите с собой вообще в термосе. Пуэр, в отличие от других чаев, прекрасно переживают содержание в термосе в течение полдня. То есть, если остальные чаи час, два, три, потом их свойства резко меняются не в лучшую сторону, то пуэр довольно выдержанный в этом плане чай. Вот говорят, зеленый чай можно заваривать там до 7 раз. Пуэр, он одноразовой заварки или тоже можно? Нет. Вот опять же, отличие пуэра, его свойства таковы, что он заваривается, наверное, опять же, в зависимости от качества чая, больше, чем любой другой. Дольше него, наверное, завариваются только улуны хорошего качества. Пуэр – долго завариваемый чай, то есть это от 10 до 15 заварок спокойно. Ну, это достаточно даже получается экономно в какой-то степени. Ну, смотря как вы пьете чай. То есть, если вы залили полкружки чая, оставили ее, то есть это не очень хорошо, да? В Китае почему вот считают 10-15 проливов, они пьют именно проливом. То есть залили, слили, залили, слили. Если вы не готовы выпить сразу большой объем, вот как видите, и посуда используется. Пролив это вот, да. Конкретно что это вот такое пролив? Пролив это когда чай заваривается. Ну, мы заварим, может, попозже, просто покажу, да, как это выглядит. Как раз скоро реклама будет, после нее заварим. Да, то есть проливом используется небольшая посуда, как раз для того, чтобы делать объемы небольшие, но как можно чаще. Используется посуда заварник, то есть в данный момент у нас гайвань, можно использовать чайник. Используется сливник такого плана, что в первую очередь для того, чтобы смешать чай. Ну, о чайных церемониях мы уже разговаривали. А также для того, чтобы снизить температуру чая. То есть если у нас чай требует невысокой температуры, а это в первую очередь зеленые, белые, желтые чаи, улуны, там температура небольшая. То есть вот видите, у нас дракончик, да? По нему можно определить температуру. Вода, которая прошла через гайвань, сливник и пиалу, в принципе, не такой высокой температуры. Он слегка изменяет цвет. Если мы используем кипяток, сразу же горячую воду. Будет более интенсивно. Сразу. Вы видите, да, разница. То есть каждый перелив в один из сосудов меняет температуру на 3-4 градуса, снижает. И проливом, то есть вы, как видели, залили, пролили. Снова залили, выпили 2-3 глоточка и пробуем следующий пролив чая. Так можно целый день сидеть. Так можно целый день. Кстати, вот у нас здесь стоят такие два диска, это есть тот самый пуэр, да? Это тот самый пуэр, вот как раз, как я говорила, есть шен-пуэры и есть шу-пуэры. Шен – это издревле сложившийся традиционно способ приготовления пуэра годами, когда он вылеживается. На вид даже он такой... зеленый, то есть молодой шен не отличается от зеленого чая. И шу-пуэра, то есть вот у нас тоже блинчик представлен, он уже буквально 3-6 месяцев, в зависимости, как фабрика его готовит, он вылеживается в определенных там кучках, бродит, доходит до нужного состояния, затем его сушат, прессуют, еще какое-то время он доходит там в особых помещениях. Затем он уже готов на продажу. То есть мы запросто можем пить шу-пуэр уже 2013 года. То есть примерно год-полтора на то, чтобы он дошел до покупателя. Можно показать? Да, мы можем показать открыто, чем они отличаются. Шен-пуэр
в зависимости от того, какого он года, как давно он вылеживает. Если он молодой, в нем видно зеленое. Я боюсь сломать, а хотя, по-моему, сложно сломать, да? Ну, он довольно жесткий. Советуют завернуть во что-то и молоточком так отколоть кусочек. Ну, молоточком это жестко, но есть специальные инструменты для того, чтобы расслоить. То есть, можно телезрителям показать, как выглядит. То есть мы можем его даже для контраста, может быть, оставить. То есть, как видно, здесь прослойки зеленого листа. Если этот пуэр выдержать еще, причем при правильной температуре, влажности и, не дай бог, никаких посторонних запахов, лет 5-6 он потемнеет, он станет практически таким же темным выдержанным, как уже сразу приготовленный готовый шу-пуэр. То есть можем туда его оставить так, аккуратно. Я предлагаю сейчас сделать небольшую остановку на Хорошо. Рекламу. И, уважаемые телезрители, после нее мы вернемся в студию в случае с практики и заварим пуэр, как это надо делать. И, естественно, попробуем, расскажем вам о своих ощущениях. Если у вас есть вопросы, наши гости, 46 90 60, звоните сразу после рекламы. Итак, вы смотрите «Случай из практики», мы в прямом эфире, если что, звоните 46 90 60. Сегодня мы говорим про такой интересный сорт чая, как пуэр, и вот будем сейчас с Еленой заваривать его. Как правильно заваривается пуэр? Так, ну, скажем так, пуэры довольно просты в заваривании, то есть это единственный чай, который невозможно испортить. Единственное, что его нужно правильно заварить, как все чаи обычно предполагают, первую заварку не пить, а именно пролить и промыть чай. То есть как бы смыть пыль, да? Смыть пыль, все правильно. К пуэрам это относится вдвойне, как раз вот за счет того, что он проходит особую систему обработки, его предлагают пролить таким образом не один раз. Ну, два как минимум, да? Это уже смотреть нужно по самому чаю, по тому, как быстро вы все это делаете. То есть мы сейчас используем пуэр, шу-пуэр, уже готовый, то есть быстро приготовленный, 2011 года. Это который искусственно состаривался? Искусственно состаренный, то есть быстрого приготовления пуэр-шу, уже готовый. Чай, даже шу-пуэр, с годами приобретает все-таки особый аромат и вкус. То есть какое-то время, чем старше чай, касается это шен-пуэра или шу-пуэра, тем лучше его аромат, вкус, его качество. Но опять надо смотреть, смотря как он хранился, чтобы не нарушались условия хранения. Хотя для шу-пуэра есть все-таки свои ограничения. То есть шу-пуэры более 20-30 лет, это уже все-таки начинается потом их ухудшение. Это сколько надо ждать? Есть у нас, кстати, телефонный звонок, пока мы завариваем чай. Слушаем вас, добрый день. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Во-первых, я хотела передать, скажем так, Елене привет. Я когда-то у нее была на чайной церемонии. Это на самом деле очень красиво и интересно, и еще и вкусно. Спасибо. И вот почему-то тогда не задала вопрос, сейчас интересно задать. А вот я вот приболела немножко. Что-нибудь для восстановления иммунитета? Есть какие-то вот виды чаев, чтобы можно было попить? Спасибо. Что можно посоветовать нашей телезрительнице? Для восстановления иммунитета, в принципе, хороши любые чаи. То есть они все равно стимулирующие, стимулируют и физическую, и умственную работоспособность. Но как отличное средство я рекомендую всем своим знакомым, это чай, не чайный чай, кудин. Почему не чайный? Потому что он как раз не из камелии китайской произведен, из другого вида дерева, скажем так, сырья. Чай кудин, он обладает особыми свойствами, как раз повышение иммунитета, а если вы будете его пить плюс еще и с медом, будет вообще замечательно. А можно его всем пить, и старикам, допустим, и беременным тоже пить? Беременным, опять же, надо смотреть по самочувствию. В принципе, чай кудин, его отличие в том, что он довольно горький. То есть его невозможно перезаварить, его невозможно каким-то образом что-то там передержать. Пьется он таким образом. Выглядит он, во-первых, как иголочки, довольно длинненькие такие. Можно эту иголочку отломить, то есть кончик ее использовать. Можно целиком. Держать недолго. Можно заварить просто водой, кипяточком. Залили, слили, попробовали, понравился вам настой или нет, и уже варьировать, или подержать подольше, или поменьше. Если кому-то категорически не понравится его вкус, потому что он своеобразный довольно-таки, и аромат очень своеобразный, аромат такой жареной курицы. Вкусный чай. Очень, да, вдыхаешь вот копченость, не жареной, копченой курицы.
Мне нравится этот аромат. Да, я думаю, мы тогда чаем вам понравится. Для мужчин такой. Но единственное, что с горечью надо что-то делать. То есть вот как второй вариант его чаепития, вы можете иголочку кудина бросить в любой чай. То есть заварить себе чай и бросить туда иголочку. Вот у нас пуэр мы завариваем. Кстати, сколько должен настаиваться вот заваренный пуэр? По чаю посмотреть можно, то есть в зависимости от того, какой плотности была прессовка, то есть блины, опять же, прессуют по-разному, есть более мягкая прессовка, есть более жесткая машинная. В принципе, заваривается где-то, дается раскрыться, вот мы его заварили, то есть пролили. Сейчас два раза его пролили, да. Он еще может немножечко постоять, подышать, и, в принципе, третью заварку уже можно пить. Опять же, сколько заваривать по вашему вкусу, как вам нравится. Кому-то и нравится... сколько минут его настаивать? Ну, попробуйте, скажем так, с полминуты, да, настоять первую заварку. Полминуты всего? Да. И уже достаточно этого будет? Достаточно. Потом можете поэкспериментировать, сделать подольше заварку. Опять же, смотри, чай раскрывается постепенно. То есть первые две заварки, опять же, в зависимости, сколько вы их подержали, он будет только раскрываться. Третья, четвертая, он уже в полном букете, в полной своей красоте. Ну, а к пятой, шестой уже напьешься чаю, так что уже и седьмой, восьмой не захочется. Да, то есть вот полминутки мы подождем. Опять же, по температуре для пуэра. Пуэра, как и черный или в китайской классификации красный чай, предпочитают горячую температуру, практически кипяток. 95 градусов. Плюс вы заодно продезинфицируете этот чай высокой температуры. Мало ли что там, китайцы, да. Они такие. Пока у нас заваривается пуэр, давайте примем звонок телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, мы вас слушаем. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня камни в желчном пузыре, можно ли чай пить или и какой чай можно? Зеленый, черный? Угу. Вот это, наверное... Вопрос не совсем, да? Нет, зеленый, опять же, давайте так, зеленые чаи довольно агрессивные, в плане того, еще посмотреть, как у вас желудок. Все чаи, и зеленый, и красный, и улуны, они повышенной кислотности, а зеленый особенно высокой кислотности. Поэтому, если вы знаете, что у вас проблемы с желудком, вам нельзя такие продукты употреблять, то есть та же язва, те же гастриты повышенной кислотности, нужно быть очень внимательным. Чем отличаются пуэры? Из-за процесса ферментации, из-за того, что вот они выдержаны достаточно долго, они практически становятся щелочными чаями. То есть это единственный чай, который рекомендую пить, но опять же, очень ограниченно, людям с язвенной болезнью, с острыми гастритами. Пуэр как раз обволакивает стенки желудка такой мягкой пленочкой защитной. И таким образом он воздействует, защищая. Плюс пуэр, кстати, известен как чай для после похмелья, так сказать, снимать последствия и отравления. Опять же, он выводит продукты токсикации и защищает желудок. Вот при камнях в почке, наверное, это лучше обратиться к специалисту, к врачу. Наверное. В принципе, есть мнение, что пуэр помогает с камнями в почках, в мочевом пузыре, потому что он усиливает мочевыделение и так далее, все эти вещи, но... Прямой вот так вот медицинской рекомендации вам никто не даст. То есть это уже слишком серьезные такие, чтобы использовать его как лекарство. Для похудения чай однозначно действует. То есть во Франции были проведены исследования этого чая, и даны рекомендации, и многие звезды, я знаю, пользуются этим чаем для похудения. То есть 2-3 чашечки пуэра в день, и... Во-первых, вам меньше хочется есть. Во-вторых, энергия прибывает без пищи. То есть пища нам нужна для того, чтобы была энергия. Пуэр ее заменяет. То есть он как тонизирующий, как кардиостимулятор. Плюс в нем очень много веществ, аминокислот, белков и так далее, которые питают ваш организм. Чай в этом плане очень интересен, потому что сами кусты чайные, они вытягивают из земли вот все эти редкие микроэлементы, вещества, и которые затем передаются потом нам. Передаются настоем, да. Я хотел, кстати, спросить, вот можем тебе зрителям сказать, сколько стоит вот такой блинчик, скажем так, пуэра? Блины, опять же, в зависимости от их качества, то есть какая фабрика, какой рецепт, какой год, какой, как вообще просто продавец, да, ваш. То есть я могу порекомендовать магазины специализированные у нас в городе, то есть называть не буду, но вы просто можете их поискать.
поспрашивать, продаются ли у вас пуэры, посмотреть визуально, есть ли там вот такие вот блины. То есть шен-пуэры – это вот зеленый цвет, а шу-пуэры готовы – это красные в основном цвета. Ну, это где-то в среднем, вот, в среднем хотя бы какая цена? Скажем так, это не средняя, но блин может стоить там 375 грамм, если берем стандартный блин, от 700 до 4-5 тысяч. Это такая не самая, скажем так, высокая ценовая категория. Есть варианты гораздо дороже, ну и то они, есть... соответственно, интереснее, да. Ну что, Северин, попробуйте. Давайте попробуем. Очень интересная реакция человека на чай, который никогда его раньше не пробовал. Он такой, кстати, вот темный. Да. Вроде бы недолго заваривался, но очень темного цвета. Цвет у него такой темно-маслянистый, чем-то даже нефтяной, наверное, похож. Да, такое ощущение, что тут в чашечке как будто немного нефти. Итак, пробуем. Драгоценный напиток, да. Вот вкус обычного чая чувствуется, но и вот такая вот повышенная, скажем, горечь как будто бы. И аромат. Аромат непонятно какой. Аромат называют, скажем так, он вас ароматом особым не удивит. Больше бы был интересен в аромате именно шен-пуэр выдержанный. С шу-пуэром гораздо проще. Вот мы с Северином с вами попробовали очень крепкую заварку. Сейчас попробуем вариант чуть менее. То есть я буду теперь неделю могу не есть. Понимаете, да? Пусть он стоит, конечно, за 4 тысячи купил один блинчик, учитывая то, что он заваривался несколько раз, так можно и целый год. Плюс вы прекрасно можете заменить употребление кофе. Если человек кофеман, если он не может отказаться от того, чтобы взбадриваться таким образом, пуэр отлично заменит кофе без тех последствий, которые кофе вызывают. То есть это повышенное сердцебиение, падение энергии после. То есть вы знаете, кофе выпили, резко вы взбодрились, да. Угу. Через какое-то время энергия, наоборот, резко падает. Пуэр действует, наоборот, более мягко, но и более длительный период. Ну, интересно, очень вкус на самом деле. То есть это... Хотя я бы не сказал, что он неприятный. Интересный вкус. Вот. Нюанс. Вам нужно подобрать, во-первых, свой чай, во-вторых, свою степень заваривания. Сейчас попробуем немножечко другую. Это... Она чуть мягче будет. То есть она не столь сильно заварена долго. То есть те, кто пьют пуэр достаточно долго, они уже подбирают под себя и... Скажем, чем дальше, тем более гуще, крепче. Плюс варианты не только пролива, но и вариант заваривания чая путем варки. То есть вот это получается у нас уже как бы менее заваренное. Да, мы чуть меньше времени подержали. Сейчас мы просто поэкспериментируем, посмотрим, что вам больше понравится. Ну вот этот, кстати, вариант. Хотя нет, лучше вот первый. Первый, да? Ну все, вы кандидат в пуэрщики, так называемые. Любители пуэра именно для того, чтобы взбодриться, именно для того, чтобы глазки открылись и бодренько пойти работать. Ну, значит, скажем так, перепить этого чая нельзя, да? То есть... Можно. Можно, да? Можно перепить. То есть сразу скажу, что есть люди, которые увлекаются этим чаем настолько, что... Никогда не спят, наверное. Никогда не спят, да. Опять же, я хочу напомнить, любое тонизирующее средство нужно делать перерывы, нужно дать организму восстановить свои ресурсы, потому что пуэр, хотя и дает заемную энергию, то есть он и забирает все ваши ресурсы, которые были, дает им выход. Этому надо давать себе восстанавливаться, то есть сделать перерыв, отдохнуть от него, дать себе привыкнуть настолько, насколько, вот опять же говорю, русские привыкли к действию чая. Комбинировать его, допустим, вот в привычном понимании с молоком, там, с лимоном можно или не стоит? С лимоном, я думаю, это будет все равно, что, не знаю, мешать абсолютно противоположные вещи. Думаю, не стоит, но можно попробовать... В принципе, с молоком поэкспериментируйте, это интересный такой будет вариант. Но я не любитель таких экспериментов. То есть вы считаете в чистом виде? Да. Пуэр можно экспериментировать с добавками привычными для чая. Допустим, тот же кудин смешать, очень интересный будет вариант. Можно, это уже третья заварка у нас, да? Да, вот мы сейчас попробуем. Ну что ж, вот у нас осталось буквально полминутки в завершении эфира. Вот эту вот маленькую пиалку пуэра.
Мы с Еленой Кудиновой, руководителем клуба «Здоровье Кудин», поднимаем за ваше здоровье, уважаемые телезрители. Мы сегодня говорили о замечательном чае «Пуэр», который тонизирует, но делает это мягко и продолжительное время. Так что, Елена, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Надеемся, что и у наших зрителей тоже хотя бы изредка будет появляться вот такой чай дома в заварниках. Пробуйте, выбирайте, ищите свой чай. На здоровье. Итак, вы смотрели программу «Случай из практики». Телефон редакции 725-400. Завтра наша передача будет посвящена предстоящему Дню влюбленных. Всего вам хорошего. До встречи.